тянет пушистый хвостик. Ой, какой он классно тянется. И как я и говорила, котика можно надеть на ручку или на карандашик. Он такой милашка. Всем привет, друзья. Меня зовут Кристина, и вы на моем канале. И сегодня у меня для вас радостная новость. Потому что ко мне приехали любимцы повторюшки. От всем известного бренда Pets Robo Alive. Интересно, кто же мне сегодня здесь попадется? Здесь может быть собачка, кошечка и лама. Или же фламинго, ленивец и единорог. А если вам понравятся эти игрушечки, ссылочку на них я оставлю в описании. А мы погнали распаковывать. Ой, я уже предчувствую то, что там кто-то такой милый. Открываем по замочку. Так, можно немножко посмотреть? Я вижу там чей-то пушистый хвостик. Так, ну я уже готова. А вы на счет раз, два, три. Вау! Я так и хотела. Это же маленький розовый котенок. Он уже так ждет своего хозяина. И мы видим сразу то, что питомчик находится в маленькой переносочке. Это очень удобно, потому что с ним можно пойти гулять. Ну что ж, давайте его достанем отсюда вам. Он такой милашка. Ой, кто как я любит питомцев, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Тебе не сложно, а мне с ним будет очень приятно. Белый с розовым. И глаза у него глиттерные. Ушки красненькие, как и лапки. Также у него есть ошейник, там где можно написать имя и дату рождения. Посмотрите, здесь еще аксессуары. Давайте поскорее посмотрим, что там. Открываем. Вау, сколько тут много всего. И все такое яркое, глиттерное. Я вижу еще одного питомчика. Это топпер для карандаша в виде животного. Его можно надеть на карандаш или на ручку. Затем у нас есть такая штучка. И это праздничный колпак. Сейчас я его соберу. И вот так выглядит праздничный колпак. Также есть формочка для кексика. Это будет праздничный подарок для нашего котика. Также набор ярких наклеечек. Ими можно украсть переносочку. Также здесь была инструкция. И, конечно же, сертификат об усыновлении. Здесь ему можно придумать собственное имя, а также написать дату рождения. Хотя у котика уже есть имя, его зовут Миттенс. Перед тем, как мы проверим его суперспособности, я ему хочу сделать праздничный подарок. Открываем пакетик. И здесь у нас ингредиент для десерта. Он похож на кинетический песок или слайм. И совсем не липнет к рукам. Ой, какой он классно тянется. Так, сделаем ему кексик. Как он пахнет. Так, какой бы тебе бы его форме сделать? Заворачивая, делаю его в форме мороженки. Друзья, праздничный десерт готов. Осталось его только украсить. Вставляем свечечку. Затем здесь есть рыбка, маленький котик и бабочка. По-моему, классно смотрится. И как я и говорила, котика можно надеть на ручку или на карандашик. И вот так вот он классно смотрится. Самое время проверить, какой же он у нас болтушка. Включаем его. И нажимаем на лапку. Он так мило мурчит. Что же ты хочешь? И каждый питомчик будет издавать свой звук. А чтобы он начал повторять, нужно на лапку нажать два раза. Раз, два. Привет. Ты мой новый питомчик. Нет, это ты, а не я. Да, с ней не переспоришь. Я так тебя люблю. Вот такой вот классный котик, но ему нужен друг. И новый питомчик на очереди. Тоже в этот раз мне тут попадется. Открываем замочек. И давайте же достанем и узнаем, кто это. Вау, это же милый песик. Это, наверное, самый преданный дружок. У него разноцветная шерстка. И он показывает язычок, которым готов меня уже облизывать. Проверим его голос. Ой, как мило! Он уже начал повторять. Ты мой новый питомец. Давайте теперь аксессуарики посмотрим. Открываем. Высыпаем все сюрпризы. И опять их тут очень много. Тоже наклеечки и колпачок. И украшения для кексика и ручки. И, конечно же, этому милому песику тоже нужно сделать праздничный кексик. Открываем наборчик. И у него будет сюрприз такого солнечного яркого цвета. Лепим кексик. Ну все, он готов. Осталось украсить такими лапками и косточками. Ну что, тебе нравится, песик? Мне нравится. Я
знала. Друзья, а что будет, если питомчики будут повторять друг за другом? Сейчас мы это и узнаем. Собачка мяукает. А теперь сделаем так, чтобы котик гавкал.